Молодцы! Ребята! Хорошо! Комплекс заминирован! Но он должен в полис! Решайте нам не удержать это, я! Остается в запасе! Ясный командир! Не бывать! Все спишет. О, кого я вижу? Целый полковник Мельник. Простите, почти целый. Артем, время пришло. А тут кто у нас? А, прыткий молодой человек. Ну-ка, спаситель метро, и куда это мы ползем? Артём, уже не нужно. Ульман погиб, как и большинство спартанцев. Мельник выжил и теперь возрождает охрану полиса с кресла каталки. А Хан просто исчез. Как-то он сказал мне, а что если этот маленький черный — последний из ангелов, посланных, чтобы нас спасти? То, что черный вернулся и привел с собой своих? Может, это и есть помилование? Мне, Ордену и всем нам, забившимся в метро. Луч надежды в нашем беспросветном царстве. Мы уйдем, Артем. Так будет лучше всем. Но наступит день, и мы вернемся. Я уже тоже буду большой. Прощай, друг. Черные ушли, но я знаю, что мы обязательно встретимся еще. Быть может, они действительно были посланы, чтобы нас спасти. Может быть, мы заслужили прощение.